Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк, и самое время принимать радикальные меры. Взрывать будем? А как же? Мы хотим спуститься вниз, взорвать. За это нам аж 10 снежинок. Я так поняла, что эти снежинки растягиваются будет не на одну неделю и не на один остров. Опс. По заданиям у нас осталось совсем немножко, совсем чуть-чуть. Я так понимаю, спустился и до свидания, найти. Ну что, поехали. Опс. Это наш погреб. Сейчас оценим размеры и все такое прочее. Получено особый подарок. Смотрим, что это. Опс. Тут у нас 25, 50, 75, ну и 100%. А заданий больше нет. Это идет уже без заданий, просто как хочешь чистишь, хочешь нет. Ну, конечно, хочешь. Это что, динамит или это красота? Неописуемая. Так, собрать, что здесь видишь? Все, что не видишь, тоже собрать. Так. Все, что не видишь, можно увидеть. Собрали? Ну, знаете, хотя бы ради динамита стоило бы спуститься, называется. Поехали. Ага. Обман зрения. Никто ничего не открывает, пока не попадает, как говорится. Не собирает нужное количество. Так, 50. Я ж думала ворота. Ну, значит, побежали. Оказывается, прибежали. Так. 60, ладно. Справимся. Легко. Может, не прям так совсем, но будем стараться. Вот не люблю я вот эти вот, конечно, подземелья. Лучше бы так дали два острова и островок. Хотя, мне кажется, может, они и дают нам эти подземелья, чтобы мы смогли полноценно на больших уровнях себе пополнить наши запасы ресурсов. Уже традиционно в игре идет как? Определенные вещи на определенных местах. Так ведь, так ведь. Вы себе можете представить остров, на котором будет вот такой вот синий коралл? Нет. А подземелье? А подземелье можете. Ну, вот так и получается. Дают они нам эти подземелья, чтобы мы могли немножечко себе пополнить чего-нибудь там в игре. Нужное и не очень. Тем более, я хочу вам сказать, это всего лишь игра, и каждый сам решает для себя. В данном этапе куда-нибудь ему ехать или пропустить. Ведь так ведь? Ведь наша игра держится на чем? На наших основных островах. А вот эти вспомогательные, да хоть все пропускай, вы ничего в основном процессе не потеряете. Другое дело, что если вы на какой-то там основной остров не расчистили, то это вас тормозит. Так ведь, так ведь. А на вспомогательных это что? Дополнительные подарки, дополнительные ресурсы, дополнительная энергия. И не более того. И энергетики тоже. Ну да, об энергетике больше тратятся, чем приобретаются. Но помимо всего приобретается тот же самый ресурс. Так. Йента что у нас? 55. Ой, начинается. 55, 55. Поехали. Я даже не обратила, между прочим, ни малейшего внимания. Я хоть чего-то нашла или какой-то тоже все по 60. Что-то мне так кажется, что... Ну, плюс 20 я таки маловато привезла. Учитывая, сколько они эти соточки еще дают, плюс 60.
Так, тому 60 и еще 40. Вот не люблю, когда надо вот листать туда-сюда, чтобы взять нужную энергетику. Ну, ничего не поделаешь. Надо, значит надо. Тут у нас, 60. Опять 60. Ничего не поменялось. Собственно говоря. Ха, вот кому надо 45? Ну вот выходит, что здесь особо никому, а вот можно сделать. Так, ну, расчистку я продолжаю так вдоль заборчика небрежно. Вот вы же видите, вешечки нашла такие. Ну, уголек нашла на 150. Тоже можно сказать, фактически ничейный. Так, поехали. Сколько мы нашли? 3, по-моему, да? А, нет. Так еще прям немного осталось, можно так сказать. Ой, 40, ну 60 что ли, эти 50. Да, как-то так вот не люблю, когда расчистка делится на категории. Ты не сидишь и чистишь, а сидишь и высчитываешь. 50 60, ага, 55. И заново потом. А тут так и выходит. Упс, 95. 65. Во. И я об этом. Так, поехали. Не хочу я это. Что мешало? Я так понял, дальше не пустят. Ну, мне так почему-то кажется, на что-то похоже, как на предел мечтаний. Но сейчас увидим. Это у нас 75. Такую тоже можем. В принципе. Пожалуйста. Если что. А это можем? А, да, можем. Ошибочка вышла. Думала, что не пустят. А они, оказывается, везде пускают. Где заборчика нет. Ха, заборчик-то есть. Во как. 42. 55. Во как. А 47 никому и не надо, да? Ну хоть где-то. А, нашла. Нашла. Это у нас тоже, кстати, 75. А 75 нам вполне доступно. Можно ее убрать. Так. У меня скоро закончатся места вакантные. Свободненькие. Так, вот я выложу вот это пока ведь. А там видно будет. Тут у нас 50. Да. Ну, давай, листайся. Ой. Отличненько. Тут 40. Ой. 50. 50. Нашли. Что-то не очень крупное. О, тут смотрите. Виднеется коробка.
Ну, до нее только дойти надо, конечно. Но мы сейчас по-быстренькому до нее дошагаем. Вот она. Это что? 55. Отлично. Ой. Нет места, нет места. Ну, пока выгрузим. Все. Место, я еще коробку нашла. Так. В общем, тут, скажем так, есть чем заняться. Поиски продолжаются. А, я опять сделала 45. Ну что ж такое? Невнимательная, сразу говорю. Сорок, 60. Поехали. Пятьдесят. И теперь нам с этой стороны. Потому что там большие камни. Коробка. А в коробке у нас часть ключика. Ой, еще одна коробка осталась. Вот интересно, где она? Что я ее не вижу. Ладно, надо что-то расчищать, там где туманчики. Ай, 45. Ну что ж такое 45. Где-то я видела что-то маленькое. Вот. Сорок, 60, 60, 60, 40, 60. Накатила, побежала. Видите, а в эту сторону у меня прекрасно получается пойти и чистить. И осталось мне еще сколько? Ай! Совсем чуть-чуть. Ну, найдется. Найдется, никуда не денется. 93, 93. Я уже тут заготовочки поделала. Оно было по 100. А теперь по 93 получается. Тыдым. Чистим. Да, конечно, чтобы последнюю достать, надо больших камней много убрать. Как-то они так на химии чили. Скажу я вам. Так вроде сначала все убирались очень даже неплохо. А потом пришел последний камень. Вернее, не последний. Ой, это я не заметила, не надкусила. А, так еще есть. Ну, то, наверное, можно обойти. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, здорово. Ты-дым. Так, три. Сейчас тут 93 уберем. И она откусила. И вот это можно будет взять. А что я считала, что последний? Тихо. Ваши 25. Да не надо мне сейчас эти проценты. Мне сюда. А, две. Ну, извиняйте. Невнимательное все, что я могу о себе сказать. Так, 75 мы уберем, конечно же. 75 это вам не 150. Убирается быстро и красиво. Тедаем. Что у нас тут? 95. 105. Есть. Тоже 75. Ну ладно, под шумок. Это тоже мы уберем. Чтобы не говорили потом, что мы не убираем на 75. Все, что есть на 75, убирается красиво. Почти стихи, почти красиво. Так. Есть. А это что? 125. Ну, это не так красиво, но опять 150. Да я понимаю, что нам, конечно, уголь нужен. Но столько угля нам давать сразу, наверное, нельзя. А, открыть.
Тут даже дополнилок нету. Представляете, на этом острове. Ну вообще, ой, зато эти штуки есть. Ага, еще одни ворота. Это была шутка. Раз. Ну. А я нашла керосинчик. Стоять, забрать. 3. 13. И, наверное, вот в этом углу попрятали от нас. Понимаете ли? Хотя, учитывая, что там у нас есть странненький-странненький проходик, это провод этот, который тут тоже вполне может быть. Знаем потом. Не горит. Не, ну, конечно, горит, да чистить уже и сказать, вот, я закончила. Ну, не так, чтобы очень. Так, поехали дальше. Ой, а у кого-то закончился плюс 5. Надо привозить. Хотя дома тоже его не ахти. И скорее поехать яблок наколдовать. Это у нас 55. Поехали. И у меня еще 1000 штук здесь есть плюс 10. Так что если что, прорвемся. Так, раз, 3, 4. Вот плюс 20. Осталось 8 штук. Надо таки привозить, если что. Еще коробка. Что-то мне так не совсем не впечатляет. Это мероприятие. Это что? Опять 60. 50. 65. 5. 50. Ой. Сплошная трава на 50. 40. 60. 65. 1, 2, 3, 4. 40. 65. Ну да. Разнообразие прям ни о чем. 40, 60. Не, ну, конечно, территория потихонечку открывается. Но не впечатляет, сразу говорю. Не впечатляет. У меня такие подземелья. Ну, прям такие ни капельки. 60. Ну, по ресурсам, да, будет хорошо. А вот внешний вид. И интерес к расчистке нулевой. Чищу, конечно, а что делать? Надо же посмотреть, чем это дело закончится. И только лишь. И, скажем так, не более того. Так, это что у нас? 50. Поехали. Ой, а вывозить зато будет сколько мне тут. Ай-яй-яй. Ну, прям таки мало не покажется. 55. И опять надо на эту сторону, да? Тихо-тихо. Успеем, если что. В общем, я, в принципе, могу, конечно, вам показать еще, как это дальше происходит. Ну, мне кажется, что... Опять, ну, скажем так, особо ничего такого мне даже и показать-то нечего здесь. Ну, просто камушек, а за камушком камушек, а за камушком камушек, а за камушком два. Да. И периодически вот ключик какой-нибудь. 40, 55. Раз, два, три, четыре, 40, 60. Опс. И тут заборчик. 40, 55. 55.
55. Что еще? Ага, нашла. 55. Я люблю, когда вот, знаете, поснимать, порассказывать. А тут мне, как говорится, вам даже особо и рассказать нечего. Очень-очень-очень жаль. Сколько мне штук еще? Один. Одну найти надо, еще одни ворота. Открою свои ворота. За ними будут еще ворота. Так, вот эту давайте. Хотя... Можно было и не эту. О, 65. 40. 65. Один-то что? 75. 40. 75. 100 нет. 50 да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 50 не состоялось. 20, 30, 40, 50. Состоялось. Сорок пять. И сейчас будет опять 50. Ну вот такое вот, как говорим, ни о чем. Нужно найти еще одну штучку. Да хотела найти еще одну штучку, открыть ворота, показать, а потом перестать запись уже. И как-то мне не судьба. Ну, я вижу одну, ну до нее надо добраться. О, все, сейчас. Вот прям сейчас это и будет. Сорок пять. Пожалуйста, вам 50. Открываем. Ха. А там еще одни ворота. Ну, ничего не удивляйтесь. Из этого и состоит все это подземелье. Ворота под ними, ворота. За ними еще раз ворота. Как-то так. Ну, я думаю, что видео надо все-таки заканчивать, потому что, ну, в этом особого смысла я не обнаружила. И на этом все. До новых встреч.